Всем привет! Я начинаю серию обзоров снастей, которые использую на карповой рыбалке. И начну с катушки от компании Carp Pro Distance Carp в размере 6500. Данная катушка имеет вес около 700 грамм, имеет передаточное число 4,5 к 1, 6 подшипников, 5 шариковых и 1 роликовый, и намотку лески за один оборот 98 см. Корпус данной катушки выполнен из пластика, шпуля выполнена из алюминия и имеет профиль Long Cast, что позволяет делать более дальние забросы. Лесоемкость данной шпули 220 метров, в моем случае я использую леску 0,35 мм. Рукоятка данной катушки выполнена из алюминия и имеет удобный резиновый кноп. Внутри катушки расположен механизм по типу бесконечного винта. В особенности этой катушки она имеет бейтранер с тонкой подстройкой, передний фрикцион и пространство между шпулей и корпусом катушки защищено эластичными вставками для предотвращения попадания лески под шпулю. Но я умудрился засунуть туда леску в момент вываживания, но рыба была молодец. Подождала, пока я распутаю, и благополучно была поймана. Катушка имеет мгновенный антиреверс, а также флажок переключения реверса. Можно крутить как в одну, так и в другую сторону. Помимо, на мой взгляд, шикарного дизайна, катушка имеет плавный ход. Этой катушкой я пользуюсь больше 4 лет, и за все время эксплуатации она показала себя как надежную устройство. На этом мой обзор закончен. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!